Бля, тут кто-то пиздится с этим зомбаком. Тут, походу, игрок какой-то. Значит, мы не одни играем. Да, не одни. Это ты, что ли? Где? А, это ты? Я думал, ты игрок. Ты? А это да, ты? Да. Не одни, блядь, напугал меня, блядь, я чуть не посрал, нахуй. Вон мотик стоит. Но там бензина нету и аккумулятор, блядь, разряжен. Mm-hmm. Бросать его так, конечно. Ой, откатить нельзя, просто. А, я не знаю. Его, по-моему, спят можно. Можешь его дома закатить, блядь. А как его катить-то? А, и на него садишься и катишь. Бля, взял его, нет. Он упал. Так, мне надо залататься. Тут а, у тебя машина, что ли? Да. Ты на машине приехал? Бля, дай сяду, довези меня. Блядь. А у тебя 1 километр в час, блядь? У меня минус 1 километр в час. У тебя батарея разрядилась и топливо осталось. Бля, тут надо это, короче, топливо и поехали на заправку. Или она не едет. А, все, блядь. Газель ебаная, блядь. Для мочка моего. Бля, ну это хорошо, мы мочек уже нашли. Я пойду. Да у нас машина есть, блядь. Машина-то получше будет. Да не, мочек-то бросать, чё? Не-не, ну как бы и машина, и мочек. Ладно, сохрани, блядь. А, тут рюкзак есть еще один. Кожаный, блядь. Угу. Говорят, это потому что Мираж сел. Машина заглохла. Блядь, это тяжелый, блядь, что ли? Блядь, это что? Это скам, блядь, это что такое? Кто сказал? Стас, блядь? Нет, Алена. А, ну, ну это. Ну, это ладно. Алене можно. Так. Ты что, сидишь в машине, что ли? Да нет. А ты куда убежал? В дом. А может ты машину? А, она же не едет больше. Уже приоделся, да? Блин, как школьники бегают. Угу, как деревенские школьники бегают. Так, это у нас Олимпийка. Так, она у меня оделась и добавилась еще 4, блядь. Ну, заебись, блядь, просто. А что это такое, блядь? Спортивные штаны. Спортки мои, блядь. А, это оранжевый который или что? Мираж-аферист. Я же говорю, с камер, блядь. Кто я, аферист, блядь? Что? Мысли? Кто я такого сказал, блядь? Один в красном, другой синий. Ну, я вообще весь синий, блядь, что это? Красная шапочка, блядь. Да ты, блядь, красный. Мандемся, блядь. Так. А далеко заправка? Я не знаю, это. Я не знаю, где это вообще расположено, честно. Там где-то в глуши должно быть заправка. А, подожди. А, заправку я в самом начале, откуда я прибежал. Там, где я отреспавнился в самом начале, там заправка есть. Слушай, мне жарко, я тебе. Мне тоже, мне тоже. Опа, а вот Мираж и голубой. Тут он никак не сможет это отрицать. Это Стас говорит. Я знаю, что это, блядь, Стас говорит.
Ой, Стас, блин. А, бери эту булаву, она нам удар поможет. Какие-то магуни. О, шапка. Он синий бухой. Блять, опять Натали, что ли, зашел? Не-не-не, это Алена. Стас пишет, я дальтоник. Опять же, Стас пишет, мираж пьяный. А что, у тебя нету нечем отбиваться, что ли? Да на меня там, блядь, толпа была, что пиздец. А чё ж ты собрал вообще? Толпу-то. Ужас. Я не понимаю, где я вообще находился. Так это ты? Где? А что это так? Я. Кто это такой, блядь? Где? И кто-то пришел? Подожди. У меня забегали эти. Зомбаки? Да. На улице, блядь. Очень много. Это ты в респираторе? Это ты? Да. Это ты бежал от них, что ли? Да. Пиздец, блядь, что ты меня так пугаешь, блядь, я чуть не обосрался, на. Я тут стою, разбираюсь со своим этим лутом. Ну ладно, буду разбираться. И подкрадывайся на корточку. Пойдем, я тебе покажу, где я рюкзак нашел. Подожди, я рюкзак нашел, ты что, не видишь? Нет, здоровенный, нахуй. Да, куртка. Так, так там можно как-то нашел. Это, менять положение этих вещей. На что-то нажимается, чтобы их положить вертикально. Я вот не знаю. Посмотри крайний ящик, там я нашел я броник. Я себе тиролька, блядь, это шапка. Робин Гуда, блядь. Тиролька. Чего говоришь? Нет, значит, нет. А че вот эти закрыты? Как их открыть? А их с помощью отверток открывают. Ну, я у Шумору посмотрел, блядь, там очень сложно поначалу.
привыкать надо. Там типа время дается до того, как сломается твоя отвертка. Не, ну пока живем, блядь, нормально все идет. О! Армейский рюкзак, иди сюда. Вот, смотри, в этом шкафу. А, так у меня такой же. Это у тебя армейский, а у меня какой рюкзак, подожди. Да, а дорожный рюкзак, блядь. У меня очень много смотров. У меня 50 килограмм. Вместительность. 93. 93. На дорожном больше, типа? Дорожный, ну смотри, какой у меня здоровенный, ты чё? Там, блядь, нихуя себе, блин, место. Блин, здесь мы все, мы угла тоже. Логично. Дверь не закрыл, конечно. Да я так бегаю. Я пойду дырчик проверю. Проверишь? Дырчик на месте. О, сука, бежит за мной, гад. Я нихуя с этим видом, прикольно. Блядь, да возьми ты свою хуйню в руки. А, ты же меня не хитуешь. А, не хитуешь, да? Угу. Блять, еще ночь, нихуя не видно. Ну иди сюда, блядь. Ну что ты? Ой. Вот это найс, блядь, у меня хит был. Да ты меня хитанул? По тебе? Я? По тебе? Я же тебе говорю, тут это, friendly fire. А, ты же меня не хитуешь. А, тут не хитуюсь, да? Блять, у меня просто 5 хп, блять. Ебать. Я тебя снес, блин. Давай я нарежу тогда на тряпке. Отдам тебе винты. У тебя какие раны там? Садим. Не, раны я закрыл, но хп пиздец мало. Надо хавать, да, наверное? Надо есть, да, и это отдыхать уже. Блять. Вот тоже съем. Блять, а у меня еды-то и нету, но... Хотя у меня есть этот, текила. Она, наверное, не поможет. А ты лег? А, то есть ты в порядке, потому что... Пока что. А что ты, мне кажется, такое себе дело? Надо в эту вон... А, у меня есть тыква. Тебе надо дать тыкву? Ну, давай попробуем. Вот тыкву положил. Угу. Там бежит еще. Это будет долго. Ты будешь долго ее есть. Блять, нихуя себе ты, бля. Аж хромаешь, бля. Ну, и тебе все жалко. О, на крышу встань, нахуй. Да иди. До рассвета, бля. Потому что, блядь, ночью здесь. Ну да. Успокойся. Выживать. Это будет вообще темно, блядь, это пиздец. Так, где мы? Мы, короче, B1 в самом низу. На А1 побежим, да, сейчас? Надо бы, смотри, А1 с левой стороны, смотри, что там, здоровенный город.
и тогда уже побежать на другую сторону, к берегу. И там, наверное, остановимся на сегодня. А завтра, если мы продолжим, мы побежим через мост и это на завод тогда. Еще раз, докуда мы идем сегодня? А1. Клетку все обследуем. Ну, это типа город, видишь, большой. Там, где с левой стороны. Около берега с правой стороны, и все. Что ты рыгаешь-то? Не знаю. Ну, ты смотри, это много ты не ешь. Даже лежа ешь. Ясно. Бля, сейчас вообще смеркает. Это как... Тут можно, короче, на какую-то кнопку на Т, что ли? Не, Т это чат. На В. Х. З. То можно подождать. Заебись. А чё тут? Чё такое? Я что, блядь, нажал, что ж, блядь, что такое? Я боюсь нажимать респаун. Это, блядь, ты выпал. Ты упал, блядь, что случилось? Я, подожди, я замугал на подниму твою пушку, чтобы это не вспомнить. Ты подожди. Наверх можешь поднять? Что твое? Ты опять на бег прокачал? Так я, да. Так я и не менял. Так, и там внизу. Там все твое лежит, получается, да? Получается, что да. Мясо свое собери. Поешь. Подожди, видишь, он тот. У тебя же есть пушка-то. Он стреляет в головку там. Он мигает, а-а-а. Видишь, красным. Мне понять, как вид переключить. Погоди. А, на Enter. Видишь, все на Enter, да? А, ну да. Дать удобнее, а вот. Заниматься чем-то другим. Не знаю. Ты убил его? Ебать. Пизда. Нам пизда. Да-да. Блять, сейчас перезаряжаю. Я сзади тебя стою. Это пиздец. Убегай. Я не могу. Блять, ты быстрее, ты можешь? Нет, ровно та ситуация. А. Пизда, блять, ну ёбаный блять, ну толстый, умирай, блять. Блять, убил. Что? Убил. Блять. Сука, что такое?
соответственно, здесь лут как бы появляется на столах, где-нибудь еще, ну, при этом серваке восстановления. Не знаю. Мне кажется, должен. Я что-то лежу. Блять, я что-то не понимаю. Что, блядь, происходит? Блядь, где этот гараж, блядь, ёбаный? Я не в том месте, что... Я... Мне что, с головой, что ли, блядь? Что за хуйня? Где этот, блядь, гараж? А был ли квадроцикл? Может, ты его... Тебе показалось, что... Да. Да не. Точно был, блядь. Я его выхватил того, блядь. Заводит, конечно. Капуста. Возьмем, блядь. Взяли, блядь. Вязаная шапка, блядь. Можно дышать я. И что там остальное лежит же замок. Блять, у меня игра забагалась. Да? Да. Ну ты можешь ко мне на сервак потом подключиться и может на том же месте. Я умер. Я, короче, в воду нырнул, меня под текстуру пихнуло. Двери нахуй. Пиздец, они высоко прыгают, ёбаный в рот. Они могут запрыгнуть на балкон, блядь, чё? Чё? Они на балкон могут запрыгивать, ты чё? Это что это такое? Осторожнее, я тебя вижу. Вот, я в доме стою, видишь? Блядь, да. там, короче, в доме это... На второй этаж хочет пробраться этот зомбиар, блядь, осторожнее. Как может, тут залезть? Пизда, блядь, бабкой пришла, блядь. Уебывай отсюда, нахуй, блядь, двое, блядь. Ёбан, зачем я открыл эту хуйню? Нормально там все? Да, блядь, мне пизда, блядь, а снова, нахуй, блядь. Ну беги сюда, блядь. Пизда, блядь. О, боже. Ну мы хоть с тобой, блядь, встретимся, блядь. Блядь, это говно игра, блядь. И удаляю нахуй. Это такое дерьмо, блядь. Ну почему, блядь? Это именно со мной происходит, нахуй, уже. Какой раз, блядь, второй.
Ну ладно, второй. Почему так жестко, блядь, ёбаный. Я сам не понимаю. Блядь, так было все хорошо поначалу, блядь. Пиздец, уже второй раз жопу казнили, блядь. Жопу казнили? Жопу казнили, блядь, заебал. Сука, что, блядь, происходит? Может, я уже сплю, блядь. Может, тебе сложность представлена большая, блядь? В смысле, блядь, тут сложность нет. Стуботы, блядь, ебаная. Блядь, дайте я вот... Да, блядь. Конечно. Я сижу, хуй, ку-хуй, блядь, ищусь, блядь. Хуйня. 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 Так. Эй, где я, блядь? Ну, блядь, конечно, заткнулась, блядь. Буду бежать. Добыть 4, блядь, я, блядь. Целый год. Сука, блядь. Блять, ну что, блин, за... Я... Блять, ну тут рядом городок есть, блять. Блять, время уже спать надо, блять. Ну вот тут игра, блять. Блять, ты зря я... Я умер. Ты умер? Она меня будет убила. Блять, может, это... Кончится, блять, блять. Потому что я уже не могу. Она издевается надо мной, блядь, слишком в живот, блядь. Я не могу больше, не могу. Блядь, еще дождик пошел, блядь, я весь промок, и я зяб, нахуй. Блядь, еще я в минусе глубоко, блядь. Все, нахуй, удаляй. Ну, короче, все, блядь. Ой, блядь, нахуй, удаляй, блядь. Блядь, без шуток, нахуй. Слышал, все, я вышел. Потому что не удалите стримы, блядь, я не вижу это говно, блядь.